Друзья, всем доброе утро, у нас понедельник, и я собрался на аукцион. На аукцион Копарт ехать смотреть один из лотов. Лот номер, ребят, лот номер, сейчас вам скажу, какой лот номер. Лот номер 44-67-01-59. Что с ним не так или что с ним так? Парни, на фотографиях, если вы посмотрите лот номер 44-67-01-59, вы увидите, что в бардачке у него лежит пачка денег, крупная пачка денег. Один из наших подписчиков сбросил эту фотографию и говорит: ребят, давайте проверим, чем черт не шутит. Ну вот я сейчас выезжаю и хочу проверить, соответствуют ли фотографии сайта Копарт вообще данному состоянию автомобиля. Сейчас увидим, как вы думаете, соответствует или нет. Пишите в комментариях. Ну что, погнали. Друзья, ну что, продолжаем путь. Смотрите. Видел много разных автомобилей, видел много разных фотографий на аукционе Копарт, но такого, чтобы в бардачке явно и отчетливо лежали купюры, пачки купюр, я еще не видел. Поэтому для меня это впервой, я думаю, это для многих из вас. Давайте посмотрим, чем черт не шутит. Да, помните, да, палка раз в 100 лет стреляет, может там действительно клад. Это здесь живет Пинк, певица Пинк, ребят. Многие мне писали: Вова, давай, 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 поделим денежку. Ребят, давайте посмотрим, есть ли она там. Погнали. Так, народ, подъехали на аукцион Копарт. Ну что, будем заходить. Кстати, очереди нету, странно. В пятницу была очередь с 8 утра. 8 утра, 8 утра. Мы снимаем влог. Да-да-да-дам, пам-пам-пам-пам. Все, народ, я на аукционе. Мы уже здесь. Народ, а вы думаете, почему рычаги мнутся на ваших этих автомобилях? Да вы много не думаете, они летают просто здесь, на аукционах. Видите, как они летают? Прямо на рычагах. Поехали к вам, ребята, наверное, да? И здесь вот такое сумасшествие каждый божий день. Итак, народ, снимать нельзя, я уже здесь. За моей спиной Копарт, получил жилет. Будем заходить, смотреть, что там. Народ, ну что, вот вывезли. Вывезли нам этот автомобиль. Первым делом идем сразу смотреть бардачок. Что у нас в бардачке, мне уже самому интересно. А, херушки, денег нету. Ну что, заломались? Ну я заломался. Денег нет, но грязи, уже видите, да, стволы какие-то валяются. Вот такая вот у нас хрень здесь. Плесени просто валом, разбиты стекла, все порезано. Всякие хуки, ну в общем, блин, говнеца тут, конечно, жесть. Вот такие вот они у нас, грязевые подлюки. Его, конечно же, списали, он такой, видно, что списанный. Побили стекла, разбили и просто списали. Лот номер у нас какой, ребят? 44-67-01-59. State Farm Insurance. Денежек здесь нет. Все, вот такое у нас путешествие было. Обломались. Ничего, в следующий раз дойдем. Поэтому так вот, ребят, видите, да? То есть, как бы, даже на примере с этим автомобилем мы видим, что фотографии одни, а по факту другое. По фотографиям там лежала вот такая пачка денег, вот такая. А по факту денег нет. Поэтому выводы делать вам. А я, как бы, ребят, постараюсь снять чем можно больше видео о таких ситуациях. Итак, ребят, денег нет, но пачку я взял с собой, фейка. Да, то есть таких левых, левайса, напечатанных. И знаете, что сделаю? Ну, кто-то пускай кайфанет. Опа, мы им сюда положим. О, вот так вот. В неприметное место. Пошутим, да? Все, ребят, заканчиваем наш осмотр. Хватит с этим. Nissan Rogue, он довольно-таки неинтересный. Были бы деньги, был бы интересный. Вот так вот заканчивается путешествие наше.